Добрый вечер. В Украине 20.00. В эфире подробности. О главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. К Надежде Савченко не пустили украинских врачей. Грозит ли украинской летчице принудительное лечение? Помоги себе сам. До чего доведет пациентов сокращение финансирования больниц? Коллективный синдром. Какие страны, кроме Великобритании, поглядывают в сторону выхода из Европейского Союза? VIP-колеса для фронта. Кто под видом военной гуманитарки завозит в Украину элитные авто из Европы? К Надежде Савченко не пустили украинских врачей. Специалисты из Киева не имеют возможности определить, в каком состоянии она находится после выхода из сухой голодовки. Как Надежда чувствует себя сегодня, расскажет Данил Русаков, наш спецкор в России. Из сухой голодовки Надежда Савченко выходит тяжело. Организм находится в состоянии истощения и даже воду принимает с трудом. У нее интоксикация. Но Надежда держится. Об этом рассказали консулы. Они посетили Савченко накануне. Сегодня родственники и соратники рассчитывали, что в СИЗО попадут и киевские врачи. Они уже третий день в Ростовской области ждут разрешения властей осмотреть Савченко. С местными медиками пленница встречаться отказывается. По словам адвокатов, тюремный медперсонал Надежду посещает. Но все ограничивается лишь измерением артериального давления. Полноценное обследование со стороны украинских специалистов – это то, на чем настаивают и родственники, и сама Надежда Савченко. Выходить из сухой голодовки без медицинского сопровождения – это фактически неверное дело. Учитывая тот факт, что она отказалась от помощи российских врачей, не подпускает их к себе. Без украинских врачей определить, что с ней происходит, в каком она именно состоянии, невозможно. Консулы Украины работают на месте, делают все возможное, но пока российская сторона предельно жесткая, упирается и не дает никакого ответа. Напомню, Донецкий городской суд Ростовской области отказался выдать разрешение на свидание с Надеждой Савченко, ее сестре и матери, а также украинским медикам для обследования до 21 марта. Также пока нет ответа, готова ли Германия направить своих врачей для осмотра Надежды. Об этом на днях просил посол в Германии Андрей Мельник. По словам сотрудника дипломатической миссии, соответствующую просьбу он передал от президента Петра Порошенко. Адвокаты уже надеются скоро посетить украинскую пленницу. Должно это произойти в ближайший понедельник. Данил Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканала Интер. Все ли инструменты использует Украина для спасения Надежды Савченко? Какой из вариантов ее освобождения наиболее реалистичен? Возможен ли обмен? Об этом речь пойдет в студии «Черного зеркала». Среди гостей программы и нардеп Алена Шкрум. Она вернулась из-под Ростова, где побывала возле тюрьмы, в которой держат украинскую летчицу. Не пропустите эфир этой программы сразу после подробностей. В МВД просят не нападать на диппредставительство и консульство Российской Федерации. Их охрана – это международное обязательство Украины. Такое заявление распространила пресс-служба ведомства. Там подчеркивают, что разделяют возмущение общественности. Но такие действия подрывают международный авторитет нашего государства. Как известно, после оглашения приговора Надежде Савченко по Украине прокатилась целая волна протестов. Посольство Российской Федерации в Киеве забросали коктейлями Молотова. Во Львове сорвали флаг. В Одессе пытались штурмовать здание генконсульства. Несколькими днями ранее Вера Савченко, сестра украинской летчицы, также просила воздержаться от подобных радикальных действий. Вопрос освобождения Надежды Савченко сегодня обсуждался и в Минске на заседании трехсторонней контактной группы. Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в этой группе Леонида Кучмы Дарка Олифер. После заседания об этом журналистам рассказал и спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик. По его словам, освобождение украинской летчицы – это неотъемлемая часть выполнения Минских соглашений. Сегодня на очередном этапе переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе одним из главных вопросов был обмен пленными. По утверждению Сайдика, пока рано говорить об обмене всех на всех. Была тема и будет тема, потому что, к сожалению, мы еще не дошли до конца. И вот мы еще не можем говорить о принципе обмен всех на всех. Важную роль в этом сыграло бы предоставление Международному комитету Красного Креста доступ ко всем удерживаемым со стороны ОРДО и ОРЛО.
Освободить Надежду и других политзаключенных можно только при помощи международного давления. В этом убежден посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба. Киев, по его словам, уже проводит такую работу, причем сразу в трех направлениях – политическом, юридическом и публичном. В частности, накануне с иностранными послами встретились родственники узников. Зараз ми стоїмо на тій позиції, що лише всеосяжний, системний, безперервний тиск і прив'язка питання, тобто і перебування питання Надії Савченко та інших наших в'язнів, давайте про них не забувати, на порядку денному всіх переговорних процесів, це є шлях до перемоги. Нам потрібно створювати такі дипломатичні комбінації, такі міжнародні обставини для Росії, за яких звільнення Надії та інших, я ще раз кажу, та інших наших в'язнів буде в інтересах самої Російської Федерації. Вони при настанні певних обставин будуть готові їх розмінювати. И сегодня президент Украины призвал Евросоюз усилить давление на Россию, чтобы освободить Надежду Савченко и других украинских пленников. В телефонной беседе с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером Петр Порошенко поблагодарил ЕС за поддержку украинской летчицы и приветствовал вчерашнее решение Совета Евросоюза продлить еще на полгода ограничения для 1,5 сотен физлиц и почти 4 десятка организаций, введенные из-за нарушения территориальной целостности Украины. Также были согласованы будущие шаги по введению безвизового режима для украинцев. В частности, Юнкер выразил надежду, что Верховная Рада все же урегулирует вопрос об электронном декларировании в соответствии со стандартами ЕС. Кроме этого, договорились и о визите Петра Порошенко в Брюссель уже на следующей неделе, 17 марта. Контроль за добычей янтаря пошел под откос, а с ним чуть и не пошел вполне реальный поезд. На Полесье остановилась легендарная кукушка, единственная в Украине узкоколейка. Кто и с какой целью повредил железнодорожное полотно, выясняла Инна Белецкая. Вот он, легендарный поездок, как его называют местная кукушка, стоит уже второй день. Там вот зараз все путейцы едут, кто лесовозами, кто маршрутками, все едут туда. Вчора робили цілий день, сьогодні буде цілий день робити. Можете його зняти, щоб поїзд не поїхав. Всім один ранку поїзд не поїхав. Підмита колія. В депо получили телеграму «Не выезжать, это может быть опасно». Один из машинистов сообщил о серьезной проблеме с путями. Говорит, если бы поезд ехал чуть быстрее, случилось бы непоправимое. Серед білого дня мили и звонили тоді в милицию. Вони вже гнали, що їдуть, то убрали і все. Приїхали, подивилися, нема нічого. У нас людей десь 4 метри була в... вниз. Такий обрив. Это не последствия теракта и не рельсы в зоне АТО. Это мирное Полесье. Вот так старатели подрыли пути, чтобы протянуть пожарный рукав к мотопомпе. А вот так копают возле самого полотна. Завидев камеру, скрываются. Ремонтники работают второй день. Засыпать ямы и укреплять рельсы, говорят, приходится постоянно. Но вот настолько близко к полотну старатели подошли впервые. Те копання, що ви бачили, це воно почалось весною ще. Минулого року. Так, минулого року, тут все розкопали. А потім вже копати немає, значить що, почали запускати помпи. Бо тому що на глибині, може, там ще більше залізи цього янтаря лежать. І ото вони розмили колію, розумієш. Будемо дивитися по можливості, як його все-все поправити, щоб поправити плече власної призми. И восстановить колею. На болотистом Полесье кукушка – единственный доступный вид транспорта для тысяч жителей отдаленных сел. На поезде целыми классами ездят в школы. Несколько лет назад селяне бурно протестовали против намерения Львовской железной дороги закрыть крайне убыточный маршрут. Краеведы настаивали на туристическом значении узкоколейки. Вот только старатели на это ноль внимания. Да и контролировать некому. Прошедшие аттестацию уже не милиционеры, а полицейские. Мирно покуривают возле райотдела. До коли підрили, не знаю, до економіки знаю. Зараз поїдемо, значить, куди? Ну, то давайте їдьте. Там просто машина ваша поїхала в ту сторону, але якось абсолютно... Но, скорее всего, с места никто не сдвинется и мешать никому не станет. Невысокие штрафы старателям с лопатами не страшны. Те же, кто работают с помпами, полицию не боятся. Все проблемы решают высокие покровители за большие деньги. Усиливать наказание за незаконную добычу депутаты не спешат, как и принимать закон о легализации. Видимо, о медленном, но уверенном превращении Полесья в пустыню мало кто задумывается. Селяне стараются выжить, а высоких чиновников интересует только быстрая нажива. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности, телеканал Интер. Рівненская область.
Новый участник в деле скандального батальона «Торнадо». Задержан еще один боец Николай Цукур. Сегодня состоялся суд, избирали меру пресечения. Что ему инкриминируют и признает ли торнадовец свою вину, расскажет Ольга Теребинская. Замкомандира расформированного батальона «Торнадо» Николая Цукура задержали вчера в Луганской области. А уже утром в Киеве в Печерском райсуде ему избирали меру пресечения. Военная прокуратура подозревает Цукура в участии в преступной организации, превышении служебных полномочий и краже транспортных средств. Сам Цукур рассказывает, его задержали, когда шел на стажировку в Луганскую обладминистрацию. Свою вину не признает. Шел, упал, очнулся здесь. Но меня обвиняют в том, что я у кого-то забрал ноутбук, у кого-то забрал автомобиль. Но я вам скажу, что на сегодняшний день эти все вещи, они у собственников. Я даже не понимаю, по какой причине и кто мне тут что-то будет рассказывать. Но самое страшное в моем обвинении это 255-е. Это я участник ОПГ. Защита подсудимого настаивала на мере пресечения в виде залога. Но суд решил иначе. Цукура отправили в СИЗО до 9 мая. Я вважаю його необ'єктивним в зв'язку з тим, що я ще раз кажу, що там штучно створені ризики, яких немає. А про те, що будемо його обшкаджувати чи ні, ну, мені треба буде поспілкуватися з підзахисними, вирішити це питання пізніше. Я вважаю, що дане рішення є законне та обґрунтоване, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України. Кримінальним кодексом України за вчинення вказаних кримінальних правопорушень передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Напомню, дело против торнадовцев Генпрокуратура открыла еще прошлым летом. Вскоре были задержаны 8 бойцов, включая их командира Руслана Онищенко. Пытки, насилие, организованная преступность, похищение людей и не только. Им инкриминируют 7 тяжких статей. Следователи прокуратуры обнародовали видео, где потерпевшие рассказывают, как над ними издевались. Как он разбил? Сюда вносил грудную клетку? Меня разбил. И эти электрошокеры, и, ну, это самое дело, он говорит, здесь возле вокзала лежал человек на где-то 30-30 минут, он такого же возраста терпел, и мы его, это самое, изнасиловали. В сентябре прошлого года задержали еще одного бойца, гражданина Беларуси Даниила Лешука по кличке Маджахед. По данным прокуратуры, он был одним из организаторов зверских пыток, придерживался неонацистских взглядов и якобы даже планировал вступить в ряды ИГИЛ. Сами подозреваемые все обвинения отрицают. Уверены, что причиной открытия дела и задержаний стала их активная борьба с контрабандой в зоне АТО. Суды по их делу длятся до сих пор. В прокуратуре говорят, свои зверства торнадовцы снимали на видео, поэтому заседания проходят в закрытом режиме, чтобы не будоражить общественность. Если вину докажут в суде, бойцам грозит срок до 15 лет. И вот теперь под подозрением еще один из торнадовцев. Ольга Теребинская. Подробности телеканал Интер. И очередной скандал с бойцами правого сектора. Прямо в центре Тернополя якобы представители этой организации похитили волонтера и бывшего активиста львовского правого сектора Сергея Чижа. Чем закончилась эта прогулка и установлены ли личности похитителей? Подробнее наши корреспонденты. Сергей – волонтер. На днях вернулся из зоны АТО, доставлял волонтерскую помощь. В минувшее воскресенье приехал в Тернополь по делам. Рассказывает, неожиданно сзади подъехал «Шевроле» с киевскими номерами. Что за автомобиль, парень сразу узнал. Це є «Шевроле Блайзер», він зараз в розшуку прокуратури Києва. Цей автомобіль з парку Явноковича вкрадений. Узнав Сергій і парней в машині. Всі, увіряють, із правого сектора. Були вооружені. Вони мені були відомі. Це син від першого шлюбу Стемпіцького Мельник Микита, Сушельницьке його прізвище, і два охоронця – Лях і Хома. Це також охоронці командира правого сектора Стемпіцького. Це була бойова зброя, пістолет Макарова з глушителем. Бойці правого сектора требували, щоб Сергій вийшов із машини. Стали угрожати оружием. Щоб не почалась стрільба, він согласився з ними прокатитися. Мені накинули якусь тряпку, ганчірку на очі, я не бачив, куди ми везуть. Мене почали просто бити, копати. Одна людина стояла з направленою зброєю на мене, коли я лежав. Ще десь пару ударів ногою по голові, я просто загубив, втратив свідомість. Очнувшись кое-как, Сергей добрался до города. О том, что его похитили, в полицию сообщила Екатерина, знакомая парня. Рассказывает, видела машину Сергея и вторую, ехавшую следом, с киевскими номерами и флагами правого сектора. Будь-які їхні
кримінальні вчинки потім перетворюються на політичні справи. Саме для цього я хочу сказати, що це кримінал чистого виду. В правом секторі причасність своїх бойців к інциденту категорично отрицають. Жодні машини ми ні в кого не забирали. Машина, про яку йде мова, це Dodge, який волонтери з Канади нам надали на правий сектор, по-моєму, в серпні, початку серпня 2015 року. Зараз почали знаходити сигнали про те, що машина на фронт так і не поїхала. Це може бути пов'язано, його заяви, з спробою або дискредитувати правий сектор, або, знову ж таки, перекласти на нас провину за якісь порушення в волонтерській роботі, які вони допускали. Сергей уже написал заявление в полицию. Там заявляют, личности всех причастных установили, никого пока не задержали, идет расследование. Татьяна Овинникова, Жанна Дудчак, Галина Якушка, Максим Кириллев и Юрий Голубинко. Подробности телеканал Интер. Все для фронта. Военная прокуратура изъяла у подведомственного МВД батальона машины премиум-класса. Кто и по какой схеме завозит в Украину элитные автомобили под видом военной гуманитарки, разбиралась Елена Митясова. Вот они, нарушители закона. Машины из автопарка роты «Восточный корпус» в Харькове. Уже месяц, как техника стоит здесь безвыездно. Бойцы сами так решили, чтобы не нести потери. Полицейские изъяли у них по решению военной прокуратуры два автомобиля «Хюндай» и «Митсубиси». Их арестовали прямо на дороге и отвезли на штрафплощадку. Сотрудники милиции, под полицией уже, да, аргументировали это тем, что проводится уголовное расследование, что эти автомобили незаконно ввезены на территорию Украины, там контрабанда, не растаможены. Автомобили действительно не растаможены. Возили их как гуманитарную помощь для нужд АТО. МВД весной прошлого года сделала ход конем. На такие машины стали выдавать специальные регистрационные номера маскировочного зеленого цвета. Вот зеленые номера получены официально в ГАИ. То есть то, что говорил министр МВД, зеленые, специально волонтерские так называемые. Как оказалось, впоследствии такие номерные знаки законодательной базы под собой не имеют до сих пор, а значит нелегальные. И нелегальных машин с зелеными номерами, по данным военной прокуратуры, около сотни. Большинство премиум-класса и до сих пор по документам принадлежат европейцам. На территории Украины их возили волонтеры, но остается вопрос, как планировали использовать в зоне АТО. Там різного класу автомобілів, в тому числі легкові автомобілі, які не зрозуміло, яким чином навіть планувалися би до використання в антитерористичній операції. Крім того, я зазначу, що судовим слідством достовірно встановлений факт, що частина вказаних автомобілів знаходиться у користуванні цивільних осіб, які не мають жодного відношення до будь-яких військових формувань. Волонтер Вячеслав Дуда лично покупал для Восточного корпуса машины в Польше и Дании. Говорит, варианты премиум-класса в принципе не рассматривал. Авто подбирал исключительно под нужды АТО. Мы машину больше, чем до 5000 евро мы в жизни не покупали. Поэтому, такое элитные, дорогие машины. 2-3 тысячи евро – это дорогая элитная машина. Ну, конечно, наверное, если ее растаможить, она будет, если еще на гривну сейчас перевести, она будет и дорогая. На украинских сайтах по продаже машин нерастаможенные автомобили, такие, как изъяли полицейские у военных, можно купить от 80 до 200 тысяч гривен. Но вот черный список куда шире, говорят в прокуратуре. Это и Land Rover, и джипы Wrangler. Но в зоне АТО таких не видели. В обиходе, как правило, говорят, усовершенствованные Нивы. Необходима техника, которая имеет, то есть внедорожники, любой, то есть автомобили повышенной проходимости, которые маленькие, в идеале бронированные. Hyundai Santa Fe, это наши данские друзья, передали эту машину на прохание 28-й бригады, 3-й БАТ, и она идет для того, чтобы далее нести службу у станицы Луганский. Валентина Варава, фронтовой волонтер, на помощи бойцам, как говорится, собаку съела. По гуманитарке возит бойцам в зону АТО автомобили из Европы. Говорит, 13 официально уже растаможили. То, что под волонтерским прикрытием в Украину завозят элитные машины премиум-класса, знают не понаслышке. Насправді я бачу досить круті тачки, які їздять по місту, і вони їздять, я бачу, що вони їздять або на чорних номерах, або без номерів. Тобто я розумію, що це та гуманітарна допомога, яка є досить сумнівною. Саме тому я розумію, що в принципі треба досить уважно, досить ретельно перевіряти ці гуманітарні вантажі для того, щоб вони йшли на фронт, а не під видом допомоги, яка йде на фронт,
щоб хтось мав якусь свою вигоду. В Государственной фискальной службе за прошлый год насчитали почти 200 правонарушений таможенных правил при ввозе в Украину европейских машин. За два месяца 2016-го уже 10-я часть прошлогодних нарушений. 26 машин удалось изъять на сумму в 4 миллиона гривен. Мы отправили запрос в Министерство внутренних дел. Хотели узнать, как ведомство отреагировало на изъятие авто подведомственных им батальонов и почему спецномера зеленого цвета все еще не утвердили законодательно. Но в очередной раз остались без ответа, как, впрочем, и с историей добычи янтаря или закупки скандальных рюкзаков. Прокуратуре тем временем не теряют надежду разыскать нелегальные машины и через суд изъять их в пользу государства. Елена Митясова, Лидия Калинина, Ирина Баглай. Подробности, телеканал Интер. Мариупольское направление зоны АТО. Заминированные здания и очередные минометные обстрелы со стороны врага. Почему, несмотря на то, что уже почти как месяц боевики вышли из оккупированной части Широкино, кардинально ситуация не меняется? Разбирался Александр Пантелеймонов. Несмотря на то, что противник вышел из оккупированной части Широкино, гражданских сюда пускать не спешат. И по вполне понятным причинам. Вот за каждой такой дверью в Широкино может скрываться смертельная опасность. Фугас или растяжка. Широкино все заминовано, все. Абсолютно все заминовано. То есть наши разминовывают, но работы еще дуже багато. Ситуация с обстрелами тоже, по сути, кардинально не поменялась. Противник как закидывал раньше мины из-за пределов поселка, так и продолжает это делать и сейчас. Прилетал миномет, вот в балочку 120-й прилетал. Ну, мы несем боевое спостережение мирного, по одних прилетала 120-ка, 80-ка в эту сторону прилетала. Боевики сменили только дислокацию, тактика осталась прежней. Вражеские диверсанты и снайперы продолжают наведываться в как будто бы оставленную часть поселка. Снайпера заработают каждый день. И самое интересное, что даже женки. Да, женки тут есть, бьют наши, снайпера бачат, женки бьют. Почему противник так внезапно оставил Широкино, неизвестно. Наши ребята говорят, боевики то перестреливаются между собой, то в нетрезвом виде ходят прямо под прицелом. Но есть у военных и другая информация. Под Новоазовском идут учения кадровых российских морских пехотинцев из Крыма. Так что вполне вероятно, что уход из Широкино был неудачной попыткой заманить наших армейцев в ловушку. Александр Пантелеймонов, Максим Чеблин и Антон Чиженко. Подробности. Телеканал Интер. Под подозрение Генпрокуратуры попал бывший министр обороны Михаил Ежель. ГПУ инкриминирует ему ненадлежащее исполнение служебных обязанностей 5 лет назад, когда ведомство утверждало перечень имущества армии, подлежащего отчуждению. Тогда неправомерно продали 2 тяжелых стратегических бомбардировщика Ту-95МС. В результате государство потеряло более 24 миллионов гривен. Местонахождение самолетов и их комплектующих установили во время досудебного расследования. Сейчас они арестованы. Ми запобігли передачу їх Російській Федерації, адже планувалась насправді передача і бомбардувальників, і комплектуючих до них російській стороні, які сьогодні фактично веде агресію проти України. Сьогодні ми підключаємо наших колег зі Служби безпеки України для організації розшуку пана Єжеля, адже він переховується. За попередню інформацію, може знаходитись в Білорусі. Нигде не скрывается и готов сотрудничать. Сегодня исполняющий обязанности заместителя главы правления «Нафтогаза» Андрей Пасечник пришел на допрос в антикоррупционное бюро. Для общения со следователем он прервал свой отпуск в Шарм-эль-Шейхе. В НАБУ ему огласили подозрения во вмешательстве в работу госдеятеля, но при этом не взяли подписку о невыезде. Пасечник пообещал и дальше являться на допросы. Напомню, Андрея Пасечника подозревают в давлении на министра экономического развития Айвараса Абрамавичуса с целью занять место заместителя. Министра. Доказательством давления служит переписка между министром Абрамавичусом и Пасечником, в которой Абрамавичус видит давление, а Пасечник говорит, что ну просто очень хотел занять вакантное место и больше ничего. Наша дружня переписка, вони її розцінили, що це вмовляння. Коли з'явилася вакансія, подав Корж у відставку, з'явилася вакансія. Він, Айварас, був до цього за тиждень до цієї події в мене на дні народженні, давав такі тости, що він хоче за мною працювати, що ми багато зробили в плані там, поборювання корупції, повернули державі «Укрнафту», дивіденди. Я йому пишу, що я хочу з вами працювати, він на це нормально відреагував, ніяких погроз, нічого.
Парламентско-кабминовский скандал не угасает уже давно. Как скоро ему будет положен конец? Появится ли на следующей неделе новое правительство и кто его возглавит? Ответы на все эти вопросы уже скоро в «Черном зеркале», сразу после подробностей. И уже в понедельник правительство утвердит перечень автодорог, которые отремонтируют в нынешнем году. Об этом сообщил Арсений Яценюк в Ивано-Франковске, где проинспектировал восстановленный в прошлом году участок трассы Львов-Ивано-Франковск. На вопросы журналистов премьер отвечать отказался, зато произнес речь о достижениях в дорожном строительстве. К слову, ремонт 77 километров этой трассы обошелся госбюджету в 449 миллионов гривен. Ми не будемо розмазувати сотні мільйонів гривень на так званий ямковий ремонт. Завдання – це будівництво магістралей і відновлення взагалі інфраструктури країни. У нас вже з першого числа буде працювати система «Прозоро», тобто нова система державних закупівель. І всі ці мільярдні кошти підуть через прозорий механізм на те, щоб компанії, які здатні будувати дороги, будували для України дороги. И сегодня министр инфраструктуры Андрей Пивоварский сообщил о том, что в этом году отремонтируют 1700 километров дорог. Сколько это будет стоить и о каких участках идет речь, министр тоже рассказал. В первую очередь восстановят покрытие на направлениях Днепропетровск-Николаев, Одесса-Рени, Стры-Черновцы, Киев-Харьков, Киев-Одесса, Киев-Чернигов, Новые Яриловичи, а также продолжат ремонт дороги Львов-Радехов-Луцк на территории Волынской области, Львов-Самбор-Ужгород и Житомир-Черновцы. 1700 километров за более чем 14 миллиардов гривен. Хотя в стране 52 тысячи разбитых дорог государственного и почти 118 тысяч местного значения. Их состояние ничуть не лучше. Посмотрите, 1700 километров, которые обещают отремонтировать, это почти как от Мариуполя до Киева, а потом от Киева до Чопа. Почему так немного дорог приведут в порядок, мы спросили в министерстве. Написали запрос. Ждем ответа. Минздрав предупреждает, субвенции на медицину в регионах сократили еще в начале года, и время пожинать плоды пришло. Что ждет пациентов и медиков в Тернопольской области? Подробнее наши корреспонденты. Вишневецкая районная больница. Врачи и пациенты обсуждают ближайшие перспективы. Главврач уже ознакомил коллектив с приказом об оптимизации. Согласно документу, в больнице сократят койко-места и уволят несколько десятков медработников. Попадає під скорочення весь медичний, середній і медичний, середній, молочний медперсонал і 4 ставки лікаря. Третього поверха не буде. Третій поверх. Ляшка хірургічного профілю. Будуть геть чисто скорочені, щось там якесь там. По п'ять там, як то воно буде обслуговуватися, як буде надаватися допомога. Гинекологическое родильное отделение закроют. Как быть пациентом? Больница обслуживает около 20 тысяч жителей. Это единственный стационар в радиусе 30 километров. Приведет до того, что начнутся народжувати вдома, а теперь, вы знаете, пологи дуже, как сказать, часто ускладнені. Будут неприятные инциденты, и они начнутся дуже швидко в разі того, что если тут не будет нас пологового відділення, что не будет дати змогу. Багаті люди, вони в силі добратися до обласного центру і там лікуватися. Бідні люди, вони лікуються в нас. Якщо цю лікарню закриють, то бідні люди получаться за бортом. Сьогодні в гінекологічному відділенні всі палати заповнені, а пацієнтки нервничають із-за новостей о грядущих перемінах. Я хочу тут лікуватися і родити. І родила тут обоє дітей. Реорганизация – вынужденное решение, говорит главврач. В этом году больница недополучила почти 1,5 миллиона гривен медицинской субвенции из госбюджета. И чтобы покрыть дефицит, в райсовете предложили провести реорганизацию. Чи будут люди тому задоволені? Ні. Однозначно. Але знову питання. Якщо не буде коштів на виплату заробітної плати, не буде коштів на утримання лікарні. 130 тисяч заборгованих вже по газу. І так само от вже за лютий ми не повністю виплатили заробітну плату. Проблема з фінансуванням не тільки в Вишневецькій лікарні, говорять в райсовєті. По всім лікарням району Кабмін урізав допомогу почти на 8 мільйонів гривень. Депутати направили звернення до правительства з просьбою дофінансувати, а рішення про скорочення койок і персоналу відмовились підтримати. На сьогоднішній день і на найближче засідання сесії районної ради питання про оптимізацію ліжок у Вишневецькій лікарні не стоїть. Тобто депутати не підтримали такої ініціативи. Но чиновники предупреждают, нужно быть готовыми к непопулярным решениям. Искать дополнительно 8 миллионов гривен на местном уровне нереально. Это почти половина районного бюджета.
Я не знаю, що буде завтра. Якщо люди будуть, скажуть, що ні, ну, пізніше просто вони прийдуть до нас за зарплатою, якої ми не зможемо їм виплатити, тому що ми обмежені в тому, в тих рамках. Будемо тоді разом, ну, добиватися, щоб нам дали ту державну цей, тому що район сам не знає, чи потягне то, чи не потягне. Із Кабміна місцевим депутатам на їх запрос так нічого і не відповіли, як не відповідають і на наші письма. І ще в початку року замміністра здравоохранения Ігор Перегінець заявляв, що субвенцію уменьшили на 5%, і рахують, що в регіонах самі знайдуть способи зекономити. А медработники і місцеві жителі предупредили, щоб відстояти свої лікарні, готовы к массовым акциям протеста. Несколько дней назад уже перекрывали международную трассу. И это только начало, заявляют люди. Ольга Клюева, Жанна Дучак, Максим Кириллев, телеканал Интер, Тернопольская область. За идею и без зарплаты уже работают сотрудники национальной телекомпании Украины. Об этом в Фейсбуке заявил ее гендиректор Зураб Алазания. По его словам, зарплаты, других выплат их лишили чиновники из Минюста. Телекомпания подала бюджетный паспорт еще в декабре минувшего года, но казначейство деньги перевести не может, потому что в Минюсте документ до сих пор не подтвердили. Почему? Мы направили официальный запрос в Минюст и звонили министру Петренко, но в ответ пока тишина. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Роскошь изгнания. Где и как проводит свои подмосковные вечера беглый премьер Азаров. Хитрый таксист двух маток сосет. Как ужгородским перевозчикам удалось обвести вокруг пальца и пассажиров, и городскую власть. Печерский райсуд расставил депутата от радикальной партии Игоря Мосийчука на свободе. Ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения подозреваемому судья не удовлетворило, поскольку в суд нардеп принес справку из института имени Шалимова, в которой указано, что во время сегодняшнего осмотра у него обнаружили язву с кровотечением. Мосийчук утверждает, нуждается в госпитализации. Напомню, срок содержания нардепа под стражей истек в ноябре. Другое ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения назначено на 16 марта. Напомню также, что радикала подозревают во взяточничестве, хулиганстве и насилии. И новые подробности нападения на инкассаторский автомобиль в Одессе. Кем оказался организатор этого преступления, расскажет Андрей Анастасов. Все произошло около 7 часов вечера на пересечении улиц Преображенской и Пантелеймоновской возле рынка «Привоз». К торговому центру подъехала инкассаторская машина одного из коммерческих банков. Инкассатор вместе с охранником зашел внутрь. Еще же один охранник вместе с водителем остался в микроавтобусе. И вот как раз в этот момент в салон ворвался вооруженный грабитель. Выстрелом из обреза наповал убил водителя. Затем из пистолета ранил охранника. Ему удалось выскочить из машины и побежать за помощью. Преступник же, он, кстати, действовал в одиночку, закрылся в микроавтобусе. Вполне вероятно, хотел скрыться на нем вместе с деньгами, но не успел. Прибыла полиция. Преступник, увидев, что к автомобилю приближаются патрули полиции, он закрылся в автомобиле и совершил самоубийство путем выстрела в область головы. Личность грабителя-самоубийцы уже установлена. Это 41-летний одессит. Что примечательно, ранее работал инкассатором в этом же банке. Местные жители говорят, возле «Привоза» всякое бывало, но такой дерзкой попытки ограбления не помнят давно. Магазин, в котором работает Ярослава, всего в 10 метрах от места, где разыгралась драма. Да, все было. Я постояла здесь, у меня клиенты были, понимаете, то есть ничего такого не было. Были люди, было все спокойно, и только услышали выстрел, вышли уже, как бы, и потом увидели, когда мужчина лежал, все. Погибшему водителю было 47. 32-летний охранник в больнице с ранением в область челюсти. Из сквозной раны хирурги достали большое количество металлических осколков. Его жизни ничего не угрожает. То есть не пулевое ранение, а патрон был чем-то набит какой-то дробленым железом. Это все пришлось удалять. В самом же банке особо никак не комментируют произошедшее. Лишь уточняют, что окажут всю необходимую помощь семье погибшего водителя. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности телеканал Интер. Одесса. Суд по делу о событиях 2 мая. Очередная серия. Сегодня адвокаты просили изменить меру пресечения фигурантам, которые находятся под стражей. Хотели, чтобы их отпустили под домашний арест. Суд отказал. Тем временем, как заявляют активисты, этот судебный процесс превратился в настоящий фарс. По их словам, выяснилось, что никаких вещественных доказательств, протоколов, допросов нет. Где они, неизвестно. По мнению активистов, все это организовано для того, чтобы развалить дело и в конечном итоге оправдать участников майских беспорядков.
если так пойдет и дальше, то рано или поздно так оно и случится. Естественно, это не устраивает проукраинских активистов, часть из которых находится здесь. И как выходить из этой ситуации, сказать трудно. Напомню, судьи рассматривают эпизод, когда в центре города во время уличных беспорядков погибли 6 человек. На скамье подсудимых 20 пророссийски настроенных активистов, 5 из них под стражей. Оппозиционный блок требует создать в парламенте временную следственную комиссию по расследованию одесской трагедии. Это заявление размещено на сайте Политсилы. Также депутаты-оппозиционеры в Одесском облсовете считают, что в городе нужно установить 2 памятных знака жертвам трагедии 2 мая на Куликовом поле и в районе Греческой площади. При этом настаивают на одинаковых памятниках, чтобы избежать политических и идеологических спекуляций вокруг этой темы. Депутатская фракция уже направила проект решения на имя главы облсовета с просьбой внести его в повестку дня ближайшего. Что имел в виду Николай Азаров, предлагая накануне поменяться местами на 2 года с Арсением Яценюком, понемногу становится понятно. Согласись нынешний премьер на эту сделку, он мог бы поселиться в Подмосковье в шикарном особняке своего предшественника площадью более 1000 квадратов. Фото дома беглого экс-премьера появилось сегодня в сети. Выложил их журналист Александр Белинский. Особняк Азарова расположен в селе Петрово Дальнее Красногорского района Московской области. Согласно выписке из российского реестра, недвижимость приобретена в июне 2014 года и оформлена на имя супруги беглого премьера Людмилы Азаровой. Сколько за такой элитный домик заплатил экс-премьер, точно неизвестно, но, как нам сообщили московские риэлторы, стоит такой дом площадью в этой местности не менее 3 миллионов долларов. Кстати, еще одна интересная деталь. Недавно апелляционный суд Киева разблокировал пенсионный счет Азарова, поскольку, по словам его адвоката, пенсия является для беглеца единственным источником дохода. Составляет она чуть более 17 тысяч гривен. Но вот, по словам министра соцполитики, выплаты Азарову не насчитывают уже год и насчитывать не будут. Ну а ГПУ обратилась в Печерский суд с просьбой повторно арестовать пенсию Азарова. И 24 февраля суд удовлетворил это ходатайство Генпрокуратуры. Фортуна неожиданно улыбнулась ужгородским переводчикам. Сначала они добились от горсовета повышения тарифов под предлогом, что им не компенсируют льготников. А уже через день этот же горсовет проголосовал за выделение им рекордно большой компенсации. С чем связана такая щедрость чиновников, разбиралась Марина Коваль. Не 3, а уже 4 гривны столько в Ужгороде будут платить за проезд в общественном транспорте с понедельника. Утром перевозчики обратились в мэрию, вечером получили разрешение. За збитки, які надані пільговими перевезеннями, не компенсували жодної гривні. Або підняти тариф, або додати нам повне фінансування збитків за пільгові перевезення. Но уже на следующий день горсовет выделяет перевозчикам и компенсацию на льготников – 13,5 миллионов гривен. Для сравнения, в прошлом году дали 3 миллиона. Ужгородский журналист провел расследование, кому принадлежит самое крупное АТП города. Дружине мэра, брату мэра, якій третій особі, яка теж родич мэра, тому що має прізвище Андрієва, він має 9 маршрутів. Це найбільше. Один із перевізників тепер є владою, тому це логічно, що пішли на поступ. Никакой коррупции, утверждает мэр. За повышение стоимости проезда лично не голосовал. А перевозчиков поддержал, поскольку те пообещали с 15 марта бесплатно возить школьников. Вы не каждый раз хотите в чем-то ущемить, что я чьи права лоббию, а чьи права ущемлю. Я за то, чтобы в нашем месте работали справні, чисті, великогабаритные автобусы, и чтобы не было нареканий стосовно мешканців. Общественные активисты говорят, решение о повышении тарифов приняли с нарушением закона. Его должны были обнародовать за 30 дней до сессии. А еще предлагают сравнить, сколько выделили перевозчикам, а сколько на медицину. Наприклад, потреби у міської лікарні клінічної, перші потреби в ургентне відділення близько 10 мільйонів, на фінансовані тільки на близько 2 мільйонів. Активісти посчитали, за 13,5 мільйонів гривень компенсації ужгородські автобуси повинні ежедневно перевозити 10 тисяч льготників. Це слишком много для міста з населенням чуть більше 100 тисяч чоловік. Тим більше водителі все одно требують у пенсіонерів плату за проїзд. Були дуже багато моментів, було таких, що він і гривню йому даєш, і то він тобі відповість такої, як не знаю. Було так, що я і злізла з автобуса, попросилася, бо неудобно, як він тебе перед другими людьми. И даже получив компенсацию, тарифы перевозчики все равно намерены повысить. Невиданной щедростью городского совета заинтересовались и в прокуратуре. Теперь изучают сессионные документы, чтобы проверить, есть ли в действиях городских чиновников признаки коррупции или криминала. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Ужгород.
Кабмин готов узаконить однополые браки. Такими заголовками сегодня пестрит интернет. Ссылки на распоряжение правительства. О чем же на самом деле идет речь и какие еще новшества прописаны в этом документе? Подробнее Анна Каменева. Этот документ наделал сегодня много шума в интернете, хотя Кабмин еще в ноябре утвердил распоряжение о плане по реализации национальной стратегии в области прав человека. В документе сказано, до июля Минздрав должен изменить закон и разрешить быть донором и крови наркозависимым и женщинам легкого поведения. Но медики говорят, и сейчас это проверить практически нереально. Да и главное, чтобы человек был здоров. Никаких других рычагов проверить и исключить людей, которым якобы запрещено эту кровь сдавать, нет. Должно быть полноценное обследование того человека, донора, перед тем, как он должен сдавать кровь. В этом году Кабмин также планирует разрешить ВИЧ-позитивным людям с инвалидностью и трансгендерам усыновлять детей. Социальные психологи утверждают, этот вопрос щепетильный. Еще один пункт, который бурно обсуждают в интернете, о легализации гражданского партнерства для разнополых и однополых пар. Активисты ЛГБТ-портала уверяют, вместе с чиновниками и другими общественниками разрабатывали этот план, и там речь не об однополых браках, а исключительно об имущественных отношениях. Цей пункт стосується не тільки одностатевих партнерств. Наприклад, якщо дві бабусі живуть разом і одна за іншою доглядає, то вони теж можуть у держави будуть зареєструвати таке партнерство. Це не буде шлюбом, да? Це буде партнерством, і вони матимуть додаткові і вони матимуть певні права. Да? Тобто, про що саме йдеться? Наприклад, про спадок. Эти нормы нужно еще вынести на публичное обсуждение, считает нардеп Валерий Пацкан. При этом саму инициативу Кабмина об имущественных правах однополых пар называет несвоевременной. У нас есть проблемы с коррупцией, у нас есть проблемы с экономикой, у нас есть проблемы с премьериадою. Это відволікання уваги від найбільш актуальних проблем, які є в державі. Для того, чтобы заговорить проблематику ту, яка зараз є. Пока что это только план действий. Воплотятся ли эти инициативы в жизнь, покажет время. Анна Каменева, Егор Логинов, Павел Лысенко. Подробности телеканал Интер. Скандал сразу после «Оскара». В центре внимания, так называется фильм, который взорвал мировой прокат. История основана на реальных событиях в Бостоне, где группа журналистов расследовала сокрытие фактов педофилии в католической церкви. Теперь европейские журналисты проводят свои расследования. Что они накопали, расскажет София Гордиенко, наш европейский корреспондент. Думаете, у вашей газеты хватит ресурсов для такой статьи? Эта история основана на реальных событиях, когда в издание «Бостон Глоб» приходит новый редактор, отдел расследований получает тему. Бостонский священник развращал детей в 6 приходах в течение 30 лет. У нас две истории. Одна о священниках дегенератах, а вторая об адвокатах, которые превратили насилие над детьми в кустарную промышленность. То, до чего докопались журналисты, взорвало Америку. Круговая порука, армия адвокатов, вытаскивающая преподобных из-за решетки, и церковное руководство, отправляющее проштрафившихся в новый приход. С выходом фильма журналисты по всему миру решили проверить, а как у них продвигается с расследованием подобных случаев. Новый иск против епископа Брюгге касается периода, когда он работал в детском доме. Его обвиняет бывший воспитанник. В Бельгии несколько лет назад скандал за скандалом. Только за последние 3 года более 1000 человек признались, что стали жертвами домогательств в церкви в разное время. Чаще всего 20-40 лет назад. Насильники будут наказаны, но не все. Большинство уже умерли, но если они еще живы, их вызывают ответственные лица, и во время таких встреч мы часто говорим, что вы будете лишены пенсии и содержания. Удар не только репутационный, но и материальный. Жертвам бельгийская церковь выплатила почти 4 миллиона евро. Во Франции шатается кресло под лионским кардиналом Филиппом Барбараном. Его тоже обвиняют в сокрытии преступления. Это дело 20-летней давности, педофил, аббат, занимающийся воспитанием скаутов. Даже после чистосердечного признания он не просто остался в лоне католической церкви, но и снова вернулся к работе с детьми. Настоящая проблема этого дела – конспирация и молчание. И это ужасно. В стране была организована группа жертв насилия в церкви, и они требуют наказания не только виновных, но и тех, кто знал и молчал, церковного руководства, как и случилось в США 15 лет назад. Они знали, и они это допустили. Это мог быть ты, мог быть я, мог быть любой из нас. Фильм в центре внимания получил «Оскар». Это лучший фильм года. Кстати, Ватикан на детище Голливуда отреагировал положительно. Католическое издание «Обсерватория Романа» написало, что лента не является антикатолической и показывает ужасные факты, но папа продолжает чистку в церкви, начатую его предшественником.
София Гордиенко. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Антиевропейские настроения в Европе. Кто готов вслед за Великобританией задуматься о выходе из Союза? И в каких странах самая напряженная ситуация на этот день? Изучал у нас британский корреспондент Светлана Чернецкая. Эффект домино. Июньский референдум Великобритании по выходу из Евросоюза подогревает антиевропейские настроения. Все большую поддержку избирателей получают националистические партии и движения по всей Европе. И все громче звучат пожелания пересмотреть членство в организации. Довольно шаткая ситуация сейчас во Франции. Ультраправая партия «Национальный фронт» под руководством Марин Ле Пен призывает провести референдум, аналогичный британскому. И, похоже, ее слова резонируют с общественным мнением. Согласно последнему опросу, проведенному университетом Эдинбурга и немецким аналитическим агентством, большинство французов за плебисцит по выходу из ЕС, если Британия решит покинуть организацию. Такого же мнения придерживаются жители Швеции, Германии и Испании. Но стоит подчеркнуть, что по данным этого же опроса, большинство европейцев хотят, чтобы Соединенное Королевство осталось в ЕС. Самая большая поддержка в Испании – 81% опрошенных, а самая слабая, но все равно внушительная – во Франции – 56%. Антиевропейский бунт назревает и в Финляндии. Петиция о членстве в еврозоне набрала достаточно голосов, чтобы этот вопрос рассмотрели в парламенте. И если власти поддержат документ, в стране проведут референдум и, возможно, откажутся от евро и вернутся к национальной валюте – финляндской марке. Автор этой идеи настаивает, что выход из еврозоны простимулирует экономику страны и обеспечит быстрый рост. Что интересно, в самой Великобритании правительство агитирует остаться в Европе. Премьеру Кэмерону удалось заключить новый договор с ЕС, обеспечивающий больше прав парламенту, безопасность финансовому рынку и ограничивающий пособия для мигрантов. Но мнения британцев о членстве в ЕС разделились приблизительно поровну. И, похоже, сомнения жителей Соединенного Королевства разделяют и многие в Европе. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. На какое звание претендует бывший узник Освенцима? Кто устроил кулачный бой прямо на борту самолета? И кого усыновил австралийский полицейский? Об этом и не только в нашем обзоре. Бывший узник Освенцима признан самым старым мужчиной в мире. Жителю Израиля, Исраэлю Кристаллу, 112 лет. Родственникам пришло извещение по e-mail, что он один из претендентов на это звание. Они отправили документы, подтверждающие дату рождения Кристалла. Теперь его имя будет внесено в Книгу рекордов Гиннесса. Пассажирки рейса, следовавшего из Балтимора в Лос-Анджелес, подрались из-за громкой музыки. Девушки, слушавшие песни через громкоговоритель, ответили отказом на просьбу убавить звук. После чего три женщины из соседних мест набросились на нарушительниц тишины. Полиция задержала всех участниц драки после приземления. Парламент не место для женщин и ослов. Такие слова депутата законодательного собрания Ирана Надера Хазипура вызвали негодование иранок. Они обратились с жалобами в Генпрокуратуру и к спикеру. Депутат Острослов уже извинился перед женщинами. Однако это не изменило планы дам. Депутатами парламента Ирана являются 14 женщин. Вместо литровой банки икры – бутылка воды из-под крана. Отличилась Почта России. По дороге из Сахалина в Калининград из посылки исчезла банка икры. К тому же, вместо обычных 6 дней получатель ждал бандероль почти месяц. Впрочем, в Почте России уверяют, возместить ущерб невозможно, так как при получении в почтовом отделении посылку не вскрывали. В Австралии полицейский усыновил кенгуренка. Его мать сбила машина, и животное оставили умирать у дороги. А в ее сумке полицейские нашли детеныша. Кенгуренка согласился взять домой бывший парамедик Скотт Мейсон. Он сам недавно стал отцом и объяснил, ему нетрудно каждые 3 часа кормить не только собственного ребенка, но и малыша кенгуру. Безграмотность помешала хакерам украсть 1 миллиард евро из Центробанка Бангладеш. Они взломали систему и даже успели провести 4 транша на 80 миллионов долларов. Но 5-я операция на 20 миллионов стала фатальной. В Федеральном резервном банке Нью-Йорка, через который проходили средства, обнаружили, что слово «фонд» написано на английском с ошибкой. Правоохранители пытаются вернуть украденное. Ну и сейчас с нами на прямой связи студия ток-шоу «Черное зеркало», ее ведущий Евгений Киселев. Евгений, добрый вечер. До вашего эфира буквально несколько минут. Все ли гости на месте и о чем сегодня будете с ними размышлять? Ну, все ли гости на месте, я точно не знаю.
если кто не пришел, в студию не пустим, в угол поставим. Это я шучу, конечно. Что же касается тем сегодняшней программы, ну, конечно же, будем говорить о том, почему на этой неделе, несмотря на обещания многих, так и не удалось собрать внеочередное сессионное заседание Верховной Рады. По сути дела, страна уже третью неделю, как она живет без Верховной Рады. И что будет на следующей неделе? Будет ли сформирована новая коалиция, которая пока то ли есть, то ли ее нет? И кто станет в итоге премьер-министром? Останется ли премьер-министром Арсений Яценюк? Или подтвердятся упорные слухи о том, что на его место придет либо Наталья Ереська, либо Владимир Гройсман? Конечно же, мы будем говорить о Надежде Савченко и о тех усилиях, которые сейчас на этой неделе развернулись буквально в мировом масштабе, чтобы добиться от России ее освобождения. Ну, коснемся еще дело Пасечника, скандального дела Пасечника, из-за которого, в частности, там, произошел парламентский кризис. Я напомню, именно Айварас Абрамовичус, именно из-за попытки якобы Пасечника стать заместителем министра, подал в отставку. Вот сегодня господин Пасечник был на допросе в Национальном антикоррупционном бюро Украины, а потом согласился прийти к нам и ответить на наши вопросы. Думаю, что все это будет очень интересно. Спасибо, Евгений. Таким будет сегодня «Черное зеркало». А я в очередной раз вам все-таки напомню, что наш сайт подробности.ua, информация там обновляется постоянно. Я желаю вам хорошего вечера и прощаюсь до завтра.